Ребят, в сторону. Если не пройдет, больше раз не будет. Отойди быстро. Тут все нельзя делать, потому что 50 человек. Правильно? Не мешать. Между рывком и толчком будет 5-минутный перерыв. Подход неудачен. Закончил рывок с результатом 42-500. Установить. Лаптев готовится. Абдул Меджидов. Опустить. Вес защитом.
Безыщика. Защита. Заслуженный мастер спорта Мухарди Тержина Крокова. Награждение произвола. Награждается тренер победителя Кляцкий Юрий Игнатьевич, он же его и отец. Победителя снова награждается Юрий Игнатьевич. Андрей Захаров, Динамо. Максим, ну там, понимаешь, они же делают это. Без защиты закончится 52 станки, 52 с половиной килограмма.
защита. Следующий вес сколько? Третьего и четвертого. Все. Что, а что там? Там не хватит лагеря. Дети уезжают, они приезжают. Пионер-лагерь будет. Опусти. Вес защита. Татарик? Вес защита закончил 65. Тигр Дмитрий, третий подход. Сумми двое боя набрал 120 килограммов. Локов Загойте весом 67,5 килограммов. Готовится Панченко. Дима Позлей. Давай. Жестко, Дима. Вес не покорился, закончил 65. В сумме двоебоя 115. Он награждается дипломом третьей степени. И тренер победителя Николая Гончарова Тараненко награждается. Хорошо. Держи, держи. Апси. Пускай. Мы рассчитываем. На этом наша соревновательная закончена. Перерыв 5 минут. Thank you.
Thank you.
Давай.
слади, Дим, ты следующий. Дима, повторный. Понаглей. Да и так нормально. Arrgh!
Неудачный подход. И вы конюху. Давай, давай.
Кочкин, 95 килограммов в штанге, полностью готовится. Защита. Четвертый номер. Дмитрий Чичин. Подшипник. Первый подход установлен. Дмитрий Клоков. Первый номер. Второй подход. Чичин. Готовится. Thank you.
Закончил его без защиты. Евгений Степин, между поселок, 14 метров, первый подход, Ушаков находится. Степин закончил соревнование толчки с нулевой оценкой. Вес установлен. Третий номер Сергей Филиппов. МССО. Первый подход.
Thank you.
Бог.
надо было. Подрыли, Дима. Два дальше, товарищ.